возвращаемый космический корабль, командный модуль космического корабля «Аполлона-12». Это второй космический корабль, экипаж которого был на Луне. Но этот модуль был на окололунной орбите. Вот модель ракеты-носителя «Сатурн». Здесь автограф астронавтов. А это возвращаемая капсула Меркурия 14, на которой Джон Гленн совершил полет в космос. Первый орбитальный полет американца. А это модель космического корабля Gemini, который использовали для испытания парашютной системы. А это музей авиации и космонавтики в городе Лэнгли, в штате Вирджиния, Соединенные Штаты Америки. Музей авиации и космонавтики в Лэнгли, Хэмптон, штат Вирджиния. Город Хэмптон с Observation Deck, Центр авиации и космонавтики в Лэнгли. Лэнгли и Хэмптон с Observation Deck Центра авиации и космонавтики в Лэнгли, Вирджиния. Площадка обозрения. Город Хэмптон. С площадки обозрения Центра авиации и космонавтики.